Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я вас буду знакомить еще с одним ремонтантным сортом польской селекции под названием Полесье. Полесье – сорт раннего срока созревания, созревает на уровне сорта Полка. Ягода имеет ширококонической формы, в начале созревания светло-красные, при перезревании ягодки темнеют. Урожайность сорта Полесья достаточно высокая. Кусты средней силы роста, в среднем 1,20 м, максимум до 1,5 м. Сорт требует подвязки, так как ягоды имеют очень крупного размера. Также ягодки отличаются небольшим светлым налетом. Это сортовая особенность. Ягодки сорта Полесья действительно очень крупные. Плотные, транспортабельные. Вкусовые качества хорошие. Кислинка присутствует, но она гармоничная. Больше у сахара сахаров, нежели кислоты. Сорт транспортабельный, урожайный. Ну а самое главное, раннего срока созревания. Начинает в нашей Пензенской области созревать в конце июля, начале августа. И до заморозков полностью отдает свой урожай. Прекрасный ремонтантный сорт. Полесье.